Всем привет! У меня на столе лежит черный ящик из города Луганск. И это посылка, которая пришла ко мне с деком через Ростовскую область в России. Я хочу рассказать, как я это вообще все нашел и что там в этой коробке лежит. То есть я просматривал объявление на российском сайте «Мешок». Аукцион, интернет-аукцион, короче, мешок. И там в разделе товары я нашел два товара, которые было указано, что находятся в городе Луганск. Вот. И я написал продавцу, поинтересовался, согласится ли он отправить мне это в Беларусь, в Минск. Вот. Значит, мы договорились, что он отправит, а я ему оплачу по золотой короне. Значит, золотая корона – это система банковских переводов. Я пошел в банк и сказал, что вот хочу перевести сумму денег в город Луганск. Вот, они в банке сказали, что в Украину денежные переводы они не принимают. И в итоге я указал в денежном переводе город Москва. Вот. И человек этот перевод получил. И дальше получается, что в городе Луганск СДЭКа нету. Ближайший СДЭК находится в городе Донецк Ростовской области. И это Донецк не тот, который сейчас известен по новостям, а другой Донецк. То есть оказалось, что есть два города Донецк. Один город Донецк Донецкой области и второй город Донецк Ростовской области. Они находятся друг от друга на расстоянии 70 километров. То есть мой продавец, он, получается, живет в городе Луганск. Он это упаковал и поехал в город Донецк, отправил с деком. Вот. Я эту посылку получил сегодня. И сейчас я ее распакую и покажу, что там в этом лежит. Значит, ну вот покажу, что это с дек. Вот хрупкая. Вот. И хочу поинтересоваться, то есть есть ли у кого какие-то версии, то есть как вы думаете, что в этой упаковке. Вот. В следующем видео я покажу, что там лежит.